Четверг в Самарской области малооблачно, местами возможен небольшой снег. Днем минус 6, минус 9 градусов, ночью 11-13, ниже 0. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, в светлое время суток минус 8, в темное минус 11 градусов, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 8, ночью 11 градусов ниже 0, восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, днем минус 8 градусов, ночью минус 13, северо-восточный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.